ЧП в Кировске. На ребенка с крыши дома упал кусок льда. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности». Максимальное наказание – 2 года тюрьмы. Кто будет отвечать? Об этом прямо сейчас. Все произошло здесь, возле дома 11А на проспекте Ленина. Во время чистки кровли на 11-летнего мальчика упала ледяная глыба. Ребенка пришлось госпитализировать. Как сообщил главврач АКЦГБ Юрий Ширяев, состояние мальчика удовлетворительное. Он получил небольшую рану головы, наложены швы. Пока ребенок находится под наблюдением врачей. Дом номер 11А по проспекту Ленина находится в обслуживании управляющей организации «Кировский жилсервис» для работ по обезопасиванию кровель. Между «Кировским жилсервисом» и ООО «Развитие» заключен соответствующий договор. Фактически работы выполнялись работниками ООО «Развитие», соответственно, которые и проводили сбив на леди, и внизу, соответственно, осуществляли контроль за данной работой. Уголовное дело возбуждено по факту ЧП. Обвинение конкретному должностному лицу еще не предъявлено. В настоящее время проводятся следственные мероприятия с целью установления всех обстоятельств произошедшего и конкретного виновного лица. Прокуратура города, в свою очередь, осуществляется надзор за данным следствием. Конечно же, на этом проверка у нас не будет завершена. Мы будем еще более тщательно изучать материалы, фактически работу управляющей компании подрядной организации. Кроме того, приоритет для прокуратуры Кировска на ближайшее время – добиться того, чтобы все управляющие компании и ТСЖ города содержали кровли своих домов в безопасном для людей состоянии.